Так, что тут у нас? Знатоки MacBook и iMovie, как наложить музыку на видео, помогите, кто в курсе. Ага, наложить музыку на видео очень легко. И я так полагаю, это повод для очередного видеоурока, который я назову «Как наложить музыку на видео». Только, пожалуйста, я не хочу этот iMovie. Я открою Premiere, потому что это лучше. Итак, мы создаем новый проект. Куда? Сюда. Наложить музыку на видео. Окей. Так, называем его бла-бла-бла-бла-бла. Нажимаем окей. Открылся проект. Окей. Что нам нужно для начала? Нажимаем файл импорт. Добавляем сюда наши видосики, всякие музыки. Вот они вот сюда добавились, наши видосики, музыка. Берем любой видосик, например, самый первый, тянем его сюда, бац, отпускаем. Опа, у нас появилась композиция, вот она. Вот, здесь она отобразилась. Так, хорошо. Вот у нас есть, короче, видос. Так, и здесь у нас есть, соответственно, 0.53 уже. Вот мы берем 59, тролливали. Вот сюда кидаем бас следующий. Так, что там у нас? Так, первый. Так, второй. Третий. Четвертый. О, это я был. Так, шаурма. Отлично. А, эти сюда подальше. Этот сюда. Так, этот сюда. Окей. Что тут? Ну-ка. Вот так вот. Угу. Так, что-то там на фоне играет, сейчас я выключу. Вот, стоп. Допустим, вот этот звук. А, что, где моя музыка? Вот она. Сюда, короче, бац, кидаем. Опа. Так, отлично. А, тут немножко пошире сделаем. Оп. Оп. Так. Так, сейчас, секунду. Отодвинем. Вот где-то здесь хорошее начало. Отлично. Вот здесь. Берем лезвие. Режем. Мышку. Вот это. Delete. Удаляем. Вот мы обрезали музыку. Так. Двигаем ее в самое начало. И, например, я хочу, чтобы она заиграла где-нибудь. Опа, да, вот отсюда, например. Отлично. Так, и дальше у нас пойдет, допустим, общий вид какой-нибудь такой. Наполовину разрежем. Так. Здесь вот так немножко удалим. Здесь вот так вот удалим. Так, это я. Можно вот так просто взять, потянуть вот здесь вот чик. Вот, можно справа бац, чик, все отлично. Так, и чего? Берем это сюда кидаем. Опа, это сюда кидаем. Опа, это сюда кидаем. Ну, смотрим. Так, вот я достал пивко. Отлично. Так, и чё? Ну вот, например, конец музыки сюда потащим. Ну вот, например, на конец, да? И тут в конце, короче, можно правой кнопкой нажать Apply Default Transition. Бац! Вот он появился. Сюда его протягиваем где-нибудь. И звук должен затихать. Прям затихать. Оп. Ну да. Можно его побольше сделать, например. Вот, вот так вот. Так. Ну вот, отлично. А если нам не нужна дорожка вот этого, вот, например, да, где там от видеоролика, соответственно, мы вот сюда нажимаем Mute Track. Все, у нас голый звук. Точнее, нет звука. Вот и здесь. Ну вот. Так, а допустим, если мы здесь хотим, а здесь не хотим, да, тогда... Тогда что мы делаем? Тогда мы выделяем вот эти четыре ролика правой кнопкой.
Здесь. Выбираем Unlink. Бабах. И у нас видосы от аудио, короче, отделились. Вот. И теперь можем выбрать вот эти вот. Их удалить. И, собственно, вот у нас остался здесь звук. Так. А здесь звука от камеры нет. Что поделать? Ну, только я начал улыбаться. Короче, вот, собственно, просто. Ах, да, еще же вывести надо, блин. Ну, короче, здесь легко. Нажимаем файл. Тут типа экспорт, медиа. Появляется окошко. Здесь, короче, что мы делаем? Нажимаем формат H264. Просто запомни, что здесь все вот так вот. И оно хорошо. Output name нажимаем. Выбираем папку, куда мы хотим ее сохранить, наложить музыку на видео. И видос называется бла-бла-бла-бла-бла. Save. Отлично. Экспорт видео, экспорт аудио. Все стоит. Вот здесь вот, короче, match source нажимаем. Ну, можно не нажимать, в принципе, уже нажато как бы. Он как бы делает все хорошо. Короче, вот. Bitrate settings. Так, тут, короче, поставим. Да, можно так оставить, господи. Target bitrate. Да, 10-12, нормально. Что тут еще? Аудио, короче, тут. В общем, AAC, хорошо. 48 тысяч, хорошо. Стерео, все нормально. Битрейт 320. Да, 320, это тоже хорошо. У меня, наверное, очень нудный голос, да? Простите, просто я подустал немножко. Все, нажимаем экспорт, бабах. Теперь ждем 100 лет. Ну, или не 100 лет, как, смотря какой у кого компьютер. Ну, здесь я волшебник, поэтому я могу ускорить, смотрите. Ну-ка, опа, и готово. Ха-ха, ну вот. Короче, и чё? Ну, downloads. Так, где папка? Папка называется «Наложить музыку». Кве-кве-кве-кве-кве. Play. Проверяем. 21 секунда идет, смотрите. 1700-1008, все хорошо. Ну и что я говорил? Так, сейчас будет затухание. Затухание есть, все, красота, просто есть видос, заливаем на YouTube, радуемся, точнее, в Instagram. Все.